опиши чувство вожатого, когда про него шутят дети. Я убью вас, сволочи! Опиши чувство вожатого, когда про него шутят дети. Хочется сразу в Сибирь поступить. Закончил СИБИТ, это Сибирский институт бизнеса и информационных технологий. Давайте поаплодируем ему. Команда «Стенка на стенку», мы ждем ваш ответ. Опиши чувство вожатого, когда про него шутят дети. Про меня не смешно шутят, а я еще вопросы на КВН-хоккей задаю. Все команды. У всех по одному. Давайте поаплодируем Дмитрию Чернавцеву. Он остался один. Дорогие друзья, небольшое объявление. Четвертый отряд сейчас встает, идет пить кефир и ложится спать. Давайте попрощаемся с ними. Проходим, присаживайтесь в зал, давайте. Я понимаю, что жарко, но давайте как-то дружную толпу соберем. Итак, внимание, вопрос. Коса косит, метла метет, а что делает Волгин? Волгин актерище! Пока небольшое объявление, нашли телефон Ленева с заставкой группы Гориллаз. Ленова, как правильно? Это вот этот вожатых, да? Первый отряд, говорят, забыл. Кто-то не знал телефон на первом отряде, да?